Ну что, моя хорошая, рыбку прилипала, я закрыла, как мой бывший, все руки мне, блядь, испоганил слайм. Фу, блядь. Давай, давай, покажи, покажи мне варианты, кому я там понравилась, кто меня там ненавидит. Что, что с интернетом, что случилось, солнце мое? Радость моя, что произошло? Я мало кого любила, второй надоел. Ой, блядь, я ему что, лайк поставила? Ужас! Какой мальчики, у вас, конечно, хороший вкус, но вы не тянете. Я разобралась уже с клавиатурой. Эмиль, блядь, куряга. Мне даже его фотка не грузится. Ванечек, 22 года, Москва, 20 лет, рост 1,90 м. Вот мне даже не интересно, если честно. Лавбой. Ну, ну посмотрим, ладно. Фотки нет, пошел в пизду. Нет. Нет. Опа. Значит, Версаче, да? И я богач. И я богач. Лука. Ты чё? Ну, чё-то вот, ёпта, я не знаю, нахуй. Мартышкина писька. Ну, блядь. А где он тут? Вот, вот где? А, вот. Ладно, подождите, подождите. Мне нравится. Давайте ему напишем. Напишем этой мартышкиной писькой. Оцените еще кого-то. Сейчас опорка. Чуть не ёбнулась. Мне кажется, это он сейчас охуел, что ему Женя Няжин писала. Так. Девушки, пишите, я свободен. А я нет. Я всегда занята. О, боже. Это что, Ивангай? Нет, это Иван-чай. Так, пакеда. Ну, хорошенький. Но нет. О, боже. Так, это кто? Сугроб. Сугроб просто. Ну, чё ты? Это так мало. Чё ещё скажешь? Ну чё спросим? Пока сам не напишет что-нибудь конструктивное, я не буду. Чё, такой занятой, что ли, блядь? Слышь, ты уебан, сейчас врыл получишь. Но на последний... Ну, слушайте, если я угадала, что это он на последней фотке, да, с пацанами, ну, красивый. Не, ну, он хорошенький, хорошенький. Ну. Так. И сейчас, знаете, он мне не ответит, и я буду говорить, гандон, уёбище. Ну, блядь, Олег-то симпатичный был. Что-то я ступила. Ну, очки вот его выдают, уёбище. Так, массажист. Мне тоже один массажист в этом... В гей-клубе предлагал, блядь, массаж. Ой, хороший. Симпатичный. Баблен приехал, ща пиздо всем раздавать будет. Скинь пизду. Так. Есть взаимная симпатия.
А он мне написал? Нет. Бонжур, блядь. Так. Ой, оценить еще. Шибаблен ко мне зайдет здороваться. Мне не нравится. Чё меня игнорит тот, я не поняла. Хай. Давайте ему теперь отправим проехали. Ну отправляйся, блядь, что с интернетом? Все, я счастлива. Ужас какой-то. Это все из-за погоды ебучкиной. Пу-пу-пу. Так. Еще девушку, чтоб дала, ждала из армии. И дала. Нет. Что такое? Во, нормальный мужик, слушайте. Не шо. Куда едем? Правильный ответ. Особенный. Ой, блядь. Ну, я знаю, что вы ему потом напишете, типа, тебе Женя, блядь, написала тебе, блядь. Я так ору, девки, это пиздец угарно. Если ты не знала, тут есть клавиатура! Можно буквами печатать. Реально? Реально? Ну, а если мне нравится? Чё? Да, тля. Стикерами я тоже могу. Ну вот, давай общаться стикерами. Посоревнуемся, спорим, у меня больше. Так, подарите мне еще стикеров. Вы, кажется, я с мужиками мерилась. Так. Нет, мне не нравится. Шурик, блядь. Так. Михуил, 23... Ой, блядь, какой Михуил большой. Ой, вот этот хорошенький. Не вывозишь? Сколько у тебя? Ну, я сейчас буду отправлять, посчитаем вместе. Чё? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, вроде 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Блять, КЗМ 8. Так, сейчас. Да что ты какой возмущенный ты, блять? Может, я тебе так хочу их подправлять? Что с настроением? У тебя месячные? Ну, реально, что случилось? Я не понимаю. Не хочу считать. Вот так считаем. Гнида какая, блядь. Я с ним, значит, на диалог, а он со мной так вот, да? Вот такие вот мужчины пошли. Ой, Олег... Ну, глаза добрые, вот это тот случай. Так, ну мне, не знаю, мне не нравится. Ебать ты грубая какая. Это ты, блядь, грубый, просто зайди посмотри. Мне портит настроение не только мужчины, но и моя семья. Ненавижу, вообще не хочу семью, брак, детей. Вообще я child free, и вообще я... Вообще никого не хочу. Я люблю только деньги. Деньги я просто обожаю. Ну, реально. Ради денег можно и, как говорится, в жопу. Так.
отказываем ему. Ну, долго, блядь, вот это ожидание сети, нахуй. Ебануться, блядь. Прошло 100 лет. Ну, блядь, ну мне надоело! Сука ты ебаная, блядь. Ну, это что такое тут? Мне не нравится. Что там этот написал? Чукча. А, я думала. И сама считай, я не буду. Уйди нахуй! Ты, блядь, кто, дядь? И сила моя в том, что никто из вас... Чё? Мне не нужен. Ты чё, блядь, обидчивый мальчик? И сила моя в том, что никто из вас мне не нужен. Ты ебанутый? Я с тобой нормально, блядь, общаюсь. Ладно, это не буду сейчас, это нахуй. И у него сейчас и так самооценка заниженная, блядь. Сейчас еще ниже упадет. А, он гнида, походу... А, я думала, со мной переписку удалил. Смотрите, не обосрался еще. Пока тетя Женя не обосрался. Мальчик. Какой, блядь, обидчивый, я прям не знаю реально. Нормально базарь. А статус, а чё статус? О, давайте спросим про любовь, да? Захуесосим его. Нравится, потому что тебя тёлки, что ли, бросали? Грустишь, прям видно, депресничок. Ну ладно, про грусть не буду, дай ему заливать это сейчас это. Прям это депрессивненько. Еще и профиль закрыт. Ты что, письки кидаешь? Так. Это мне не нравится. Тоже не нравится. Да мне насрать, где ты учишься. Неплохо. Хорошо. Фу. Смотрите-ка, мы мальчика раскрыли. Смеется. Смехуёчки ловят. Тёлки меня не бросали. Давай-давай, я их бросал. Я так и знала, что тёлки меня не бросали. Это я их бросал. А чё это так? Скинь тетю Жене. Ладно, не буду тетю Жене писать. Это я не... Это только в анонимных чатах я так буду писать. Так. Во! Во! Дядь, привет, бонжур, давай. Так, а чё мы дядьку-то с вами не посмотрели нормально? Миша Сикоев. Сикоев. Сикое. Ну да. Ауе? Он ауе? Ты ауе сказал? Ауе жизнь ворам? Серьезно? Ну привет, внешность топ, необычная. Блин, дядь, такой воспитанный, прям отличаешься, слушай. Ты прям, блядь, особенный. Расскажи о себе. Ну реально, такой хороший дядька какой-то, да? Случайно? Слушай, ну случайность не случайно, а уезжать ворам, да, вся хуйня? Так, сейчас это, Леонардо да Винчик дальше. Нашел кое-кого для меня. Девчонку отбитую на голову. Так. Это чё? Это чё? Сейчас батю надо. Надо в следующий раз. Давайте отца я посажу, пускай тоже со мной оценивает.
мужиков и письки будем с ним смотреть. Папа скажет, что размер не главное. Короче, смотрите, я вот для всех подъебываю, мне вообще насрать. Отличаюсь, так я еще и дядь. Ну что, я тетя, он дядя. Че? Так. Хуяся. Ну что такое вот? Я только думала, что вроде грамотный, молодой человек, матом не ругается, а тут... Да, вот все хорошо, понимаешь? Я думала, еще меня повоспитываешь. Тетя Жень, не надо матом ругаться, а, блядь? А нет. Ну вот какой, а? Лайкну твою фотку одну. Ой, блядь, снизошла благодать. Ну, слушай, блядь, ну, ой, зай. Так, это... Чё там, Мишка Сикоев? Мишка, а как у тебя Сикоев, Сикоев? 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 Или как? Сикоев? Ебать. Так. Тёть, вообще поебать, ругайся. Блядь. Блядь, чё блевану? В дым вдохнула, а так... Чё же, каким мне телефон вибрирует? Сейчас на писечку положу, чтобы это поприятнее было. Так. И что тут у нас? Собакин. Ахтунг Собакин. Так. Я не умею ругать. Но хочется. Так, а это что такое? Так, а это что? Космос. Понятно, ебанутый. Местоположение космос. Хорошенький вроде, в маске, правда. Ну, давай. Люцифер. Мне нравится. Так, это что? Это ничего. Чё все в масках-то? Коронавирус, что ли? Корона тайм. Так. Тетя, вообще поебать, ругайся на здоровье. Главное, грамотно ругайся, Сикоев. Как ты второй раз произнесла? А, даже молодец. Ну, слушай, это я проверяла, считать умеешь, что? Посчитал. Так, что там у нас? Макс Маркелов. Не надо благодарностей. Ну ладно, я забираю свои благодарности обратно. Так, что тут у нас вот тут? О, красивый. Надо поговорить, ну хорошо. Так. А чё мне дядьки-то, даже друзья, это, заявки не кидают? Ну, блядь, я тогда с тобой не спешусь. Слушай, ЛСБ открыл. Да подожди, заканчиваю с вопросом. Я прям обожаю этого бота, вот он прям как я. Посмотри, все, заканчивай, давай дальше посмотрим. Блядь, ну почему я вот этим вот нравлюсь? В чем проблема? Что со мной не так? Так. Кирилл рад любому общению. Любому, ему бы хоть какое, Кириллу. Люблю слушать, чем говорить. Ну, крыса такая, послушает инфу, да? А потом крысить вот реально начинает. Да, у меня тут осознание, каналы ютуберские. Смотрю, раскладики, таро. И сама гадаю, блядь. Жену в гадалку найдет. От меня хуй чего таишь, я и так все знаю. Так. Нет. Мне не нравится, я на тело не смотрю, ну реально. Типа, нормальные тёлки не буду смотреть на тело. Не, ну я не хочу полного или толстого, потому что... Ну, потому что я полненькая такая. Кого я наебать пытаюсь? Ну, жирная. Ну, блядь. Ну, ладно, если ты богатый, то хуй с ним. Так, особенно пишите те, кто хоть немного умеет. Чё я умею-то? Ну ладно, мне неинтересно. Я все умею.
Привет, занимаюсь футболом и карате. Блять, страшно стало. Я тебя не обижала, не бей меня. Чё тут? Считать или читать? Ну, и то, и то. Ну, и то, и то. Но пока мы проверили, что ты умеешь только слушать и сочетать. Ой, как быстро. А, я думала, ответил уже. Блядь, я уж хотела похвалить за быстроту. Чё, дурачок, что ли? Ну, молодец, молодец. Вот Сикоев, да? Молодец, Сикоев. Но я бы не хотела такую фамилию. Женя Сикоева. Воропаева. Чё? Сикоева. Ну, какая-то косячница, блядь, какая-то прям. Ну, может, это фамилия примеряется. Я ведь замуж собралась, блядь. Так. Кто тут у нас? Я извиняюсь, тут не занято. А если перейдешь на текст? А если ты рот свой закроешь? Так, сука. А чё, девушка, что ли, рядом? Слушать не можешь. Так, тут что? Слушать могу, читать нет. Ой, блядь. Тон топ. А чё, девушка, что ли, рядом? Слушать не можешь. Так, ответ не умею, писать могу, читать нет. Читать не можешь? А зачем тогда я буду писать? Ну а чё, в чём проблема? О-о-о! Какой классный! Так, ну хоть бы тебе можно было написать, я хочу еще кого-нибудь похуесосить. Давай. Бонжур. Блядь, я всем отправляю бонжур. Бонжур, манами, там хуема. Ой, блядь, не туда зашла. Так. А чё, я ему не написала? Я сам запутался. Тупой. А ты мне понравился по общению. Отправилась, бонжур. Еще оцени, что я на одном варианте, что ли, блядь, остановлю? Ой, какой хорошенький. Читаю 150 книг, блядь, в год. Слушай, за, я вообще читать не люблю. Я необразованная, курящая алкоголичка. Ну, пиздец. И матерганка. Мне кажется, я ему понравлюсь. Так, ой, какой хороший. Видите, какой хороший. Я как собак оцениваю. Какой сильный. Ой, блядь. Нет. Для тебя, смотри, Bad Boy 21. Новомосковский административный округ. Давайте пообщаемся. Не, да, не давайте. Блядь, это прям на сову похож. Странное, да, сравнение? Так. А ты не путайся. Не путайся. Ой, блядь, опять не туда. Так, тут у нас что? Тут у нас опять какие-то фотки чьи-то. Ну все, мне не нравится. Да голова от мужчин уже болит. Я запутался. Опять интернет, что ли? Все, нет мужчин, закончились. В чате боте. Ай. Ай. Что, что, что происходит? Я же уже сказала, нет. Больше не может мне бот никого предложить, потому что я его заебала, наверное, просто уже. Думает, вот ёбнутая реально, блядь. Уже заебала, всех мужиков нормальных отшивает, или хуесосит, или грубо общается, блядь.
Фу, противная баба. Ну и что? А сейчас знаете, что самое токсичное я сделаю? Самое ужасное, что я сделаю? Хотите, покажу? Ну вот, вот прям сейчас покажу. Смотрите. Вот так. Оп. Оп. А еще, не-не-не, вот так еще. Оп. Сейчас удалится у всех. Ну что, типа, он запутался, он будет считать, что он тупой. Прошло 100 лет. Что, блядь, происходит, ёпта? У меня просто ЛС закрыто, они мне еще писать не смогут. Никто. Все. И вот так вот. О, бля. Читать не можешь, а зачем тогда я буду писать? Рот, оф. Ну как-то так территориально, девочки. И мальчики, все, давайте заканчиваем видосик. Всем пока, люблю, целую, попу в писю.